Наоми, тебе тоже понравилась такая игрушка, да? Давай, слазь. Вот какая игрушка, вот такая. Вот такие у нас игрушки тут. Ой, Наоми, туда не влезешь. Эта будочка рассчитана для малых попугаев. Наоми хотел туда влезть. Это что-то нереально. А давай я вам эту игрушку в дупло положу. И Арчи не найдет ее, да? Иди гуляй, Наоми. Здесь у нас, видишь, попугаи сейчас заняли площадку. Еще какая-то попрыгушка пришла. Боже мой, ты же сейчас уронишь эту качелю всю. А? Наоми уже хочет поймать. Витамины еще нет, куплю. Да, нам сказали дать ей витамины, чтобы она не была такая злая. Вот так. Все, Наоми разыгралась. Так хорошо спала. Сейчас пойдешь на пол с таким поведением. Я тебе решила с ними играться. О, игрушку нашла. Может, тебе рыбку найти, дать заводную? Пантера. Морда ж пантеровская. Обидели, да? Тюмень, такую хорошую кошечку обидели такую. Прогоняют. Это же такие попугаи, которые прогоняют. Да, это прогонятели. Украл у детей игрушку. Арчи. Дала маленьким попугаям. Ты жадина. Что ты все воруешь? У вас игрушку отобрали. Почешите, пожалуйста, Кристину. За это. Ой, поставила видео, там, где шекель надавала немножко. Пошлепала по мордочке Элвиса. Да, там все так возмущались, а посмотрите на этого наглого Элвиса. Элвис, не прогоняй. Наоми сидел тут, игрался нормально. А пришла Кристина, так он, понимаешь ли, она просила просто почесать ее. Просто. Терри сопровождает мне коту. Почеши, пожалуйста. Наоми, Кристина подошла. Кристина, ты зря прошла, видишь? Хотела еще укусить ее за то, что она убежала. Правильно? Надо было укусить. Что-то она убегает и не чесала Кристина. Арчи, отдай игрушку, ты сейчас ее порвешь. Это вообще я дала маленьким. Дай сюда, Арчи. Дай сюда.
Дай сюда, дай сюда. Дайте. Так они самое главное забрали. Фух. Кажется, я забрала игрушку. Ребята, я вам игрушку спасла. Кто-то тарчи, знаете. Я мягкую мышку, наверное, надо вынять. Может, без мышки поиграетесь? А Арчи забирает и зарядет. Сколько радости! Игрушка вернулась. Чтоб коты вернулись, скажи, так вообще бы цены не было. Ну, Чарли пришел. Чарли, дадите поиграть чуть-чуть? Чуть-чуть. Ему много не надо. Теперь Кристина пришла. О, какие деловые вы. Сейчас коты придут и будут вас прогонять сюда. Деловые. О, ты пришла? Пришла маленькая, хорошая кошечка. Не рычишь. 5 минут. На. Ты мне обзор закрываешь своей попой. Проходи мимо. Ну проходи не туда, не туда. Что ты вот это... Иди уже тогда ложись и не мешай. Ложись. Ты не топчись по котам. У нас снежок выпал, да, на уме? Арчи, а ну положи штору. Вот уже. Арчи, я говорю, не трогай штору, я все вижу. Думаю, что я не вижу. Вот так. Вот так. Забрали игрушку, дайте хоть штору. Да? Эй, а на кого там гавкаешь? Так, проходите мимо. Наоми, ты мешаешь. Это же... Наоми, отойди. Ой, а там кричит кто-то, помогите.
поломалась. Что там папа садит игрушки? Она же отломалась, что ты несешь? Или нацелила? Ой, повезло. Папа поставил игрушку другую. Вот это повезло. Всем сразу понадобилась такая игра. Ужас. Ой, надо ее на пол поставить. Нет, мне кажется, плохая игра это. Фу. А Наоми кричит.